Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о легенде рестлинга, человеке, который был максимально популярен в 90-е годы, и это, конечно же, Билл Голдберг. Не знаю, как вы, а я всегда, смотря рестлинг, ждал именно его выхода, и серия из 155 побед меня прям завораживала. Он казался каким-то монстром, которого просто невозможно победить, но после того, как до людей стало доходить, что рестлинг это просто шоу, интерес к этому виду искусства постепенно стал угасать. Давайте же вспомним, кто это такой и чем же занимается знаменитый рестлер сейчас. Поехали! Сперва стоит отметить, что было время, когда еще никому неизвестный Билл Голдберг дрался по-настоящему. Всего в 17 лет он уже работал вышибалой в местном баре, после чего стал профессиональным игроком в американский футбол. В рестлинг здоровяк попал примерно так же, как Ронни Колман в бодибилдинг, то есть совершенно случайно. Владелец спортивного зала по имени Стинг уболтал его попробовать себя на ринге против Хью Морруса, после чего Голдберг получил первые дивиденды в виде денег и признания и в последующие 2 года был самым узнаваемым рестлером в мире. Особенно после матча против Халка Хогана, который был на 2-м месте по узнаваемости после Голдберга в те года. Однако сегодня я предлагаю оставить рестлинг и поговорить о нем как об актере, ведь главное умение успешного рестлера – это отнюдь не боевые навыки, а игра на публику. Ведь даже мега популярный в наши дни Дуэйн Джонсон тоже начинал именно с рестлинга. Вот и Билл не стал исключением. Впервые его позвали на съемки фильма «Арлис». Затем он отметился в телевизионных проектах «Закон и порядок», «Отчаянные домохозяйки», а также озвучивал такие популярные мультипликационные сериалы, как «Гриффины» и «Ким 5 с плюсом». В 2005 году Голдбергу предложили сыграть в комедии «Все или ничего», посвященной профессиональному футболисту Полу Кру, попавшему в тюрьму. Начальник решил организовать футбольный матч между арестантами и охранниками. Он предлагает Полу поиграть взамен на скорейшее освобождение, но тот не собирается поступаться своим моральным принципом. Билл сыграл одного из арестантов Батла. Также Голдбергу досталась роль в «Небесном форсаже» 2009 года, где он играл большого плохого Джона. Эта картина была о скорости, безрассудстве, крутых автомобилях и самолетах, а также о наркокурьерах и службе по борьбе с наркотиками. Сейчас Голдберг придерживается очень активного образа жизни. Он снимается в кино, все так же известен и популярен, но не забыл и о социальной ответственности. Он занимается благотворительностью и борется за права животных. Билл проявил себя как успешный предприниматель и заведует сетью спортивных залов Obake. Также, естественно, он ведет и свой Instagram, ссылка на который будет в описании. Самой последней ролью стал фильм «Контрольная точка» 2017 года, где рестлер сыграл роль Ти-Джея. Сейчас ему 50 лет и он до сих пор в отличной форме. И до сих пор в строю как в актерском плане, так и на сцене рестлинга. Что ж, друзья, а на этом все. По традиции клянчу у вас подписку на канал и лайк. Пишите свои комментарии и увидимся в следующих видео. Всем пока!